Смотрите, ребята, медведь. Поехали мы в деревню опять, и вот между Пушным и Кемью вышел. Так что, ребята, будьте осторожней. Стоит что-то там. Небольшенький такой. Красивый какой, молоденький. Сейчас опять машина, наверное, проедет, опять испугается. Вот машина едет, сейчас, наверное, убежит опять. Даже не боится нисколько, смотрите, нисколечки. Интересно, сейчас попробовать, если подойти к нему. Страшно подходить-то, да? О, травку щиплет. Вот еще машины едут. Как он на них среагирует? Ага. Ага, в лес. Удрал. Сейчас еще у нас тут выпрыгнет с этого леса. Быстро бегают. Всем привет, друзья, подписчики! Вот такое началось у нас приключение. Крутое. Едем всей семьей в деревню. Вон Николаевна сидит. Сан Саныч. Язык показывает. Сейчас выпрыгнет здесь где-нибудь, да? Надо ехать. Все, поехали, ребята, дальше. Подписывайтесь на канал. Ну, как вам медведь? Зачем подъехали, да, сжал? Ну, придурочные какие-то. Ну, тоже интересно. У них, может, ружье с собой сейчас бы крякнули. Ну, ружье. Это маленький, да, медведь? Ну, такой. Детеныш, ну, да? Такой, года три, наверное, точно ему. Значит, ну, поближе подходишь, он здоровенький такой, как бы. Говорит, это, наверное, говорит, не медведь, а лесной поросенок. Забыла, как называется. Кабан. Это, говорит, может, поросенок. Я тебе скажу. Ему 3 годика, да, медведю. Если знать, то он не опасный. Не опасный медведь, он же лесной, он же дикий зверь, он же не в цирке, не в зоопарке. Мама, если он не опасный. Вон, он опять, кстати, вышел. Вон он, смотри. Ну-ка, пойду еще поснимаю, ребята. Вот что-то ест. Ну, что-то ест. Вон он. В мире животных сегодня фильм у нас. Да. Красавчик. Ну-ка, кричи, Санька, он на тебя смотрит. Все, все, сейчас ушел, все. Все, ушел в лес. Осторожный зверь тоже. Ну все, поехали. Он даже не успел здесь фотографировать. Повыскакивали с машины. Саша маленький качал. Да. Смотрите, там ремень.
Если пушит кричать, умею. Это и куточку. Подожди, встань, я тебе нормально поправлю. Посмотри, как пописал. Встань сюда. Ладно, поехали. Надо же. Это вот, вот в этом районе медведь. Подожди. Вот Пертозеро. Что ты? Я подумала, это лесной поросенок, кабан. У нас раньше в деревне, вот где я жила, кабаны прямо к домам подходили. Домам? Боялись их так. Эти, а были полосатенькие такие, нет? Не-не-не, они черные были. Кабан опасное животное, он еще опаснее медведя. Мы не выходили на улицу, мы с окон наблюдали. А, с окон наблюдали? Да. Все? Что еще расскажешь? Ой, ребята, приехали. Че, Санька? Сапоги не давай. Откуда? Подожди, подожди. На, вот эти пока сапоги неси. Папины. А, так сейчас достанем. Я достану. Давай, достань. Травы не выросло, да. Пошли. Да, дожди обещали вот. Сетки еще хочу поставить, сегодня успею, сетки поставить не успею. Взял тут финки, лодку резиновую. Может еще и успею. Сетку вытащил специально. О, крыжовничек. Тут хватает крыжовника-то. Саша, Саша, с Уралмаша. Зеленый только. Зеленый тоже сырой. Что ты мне делаешь-то? Я не могу понять. Почему у тебя сапоги сырые? Они должны были выехать. Да, где? На печке стояли, но с печка не топлена. Все сапоги сырущие, как пойдешь? А почему? Что этот сырущий, что этот? Ох. Это все. Пускай пока здесь. Ну, Тамара Николаевна печку уже затапливает. Сейчас пойдем, друзья, это картошки копану хоть. Надо немножко помочь им, а то, потому что они печку топят, да. Я вот пойду картошки копану, взял вот такую мисочку, не знаю, мы сюда, видите, приезжаем тоже раз в 3 месяца, в 2 там, стараемся почаще, как в свободное время. Ну, картошка, наверное, заросла ботва, хотя, вы видите, тут вообще все в этом, в траве. Мы полностью трактор нанимали, так. Вот он здесь нам, вон туда, в ту сторону до столба, посадили мы тут. Юрка молодец, дал семенной картошки нам, красненькой такой, сейчас вот, он прямо здесь вот и копану, ботва уже поотваливалась вся, сейчас поставлю, ребята, на штатив. Сейчас вот этот, а, вот тут еще есть, вот с этого начну, и тут есть, блин, не знаешь, с какого и взяться. Возьмем вот эту серединку. Посмотрим. Посмотрим серединку. Так.
руками надо землю прочувствовать. Какая-то тут вообще пустая. О! Такая красная картошечка хорошая. Да, тут потому что люди ходят, тут одна живет. Вот у них баня здесь, так они могут ходить и залазить в нашу картошку. Видите, даже нету ничего. Сейчас вот этот куст возьму. Тут, в принципе, могла и Николаевна подкапывать руками просто. Не знаю, вырывала она, не вырывала. О. Вот такая вот. Пойдет, Юрке спасибо. Кубику спасибо. Вот. Вот здесь есть. Тут видно, что никто не брал. С одного куста картошин 8. То еще не все, наверное. Нашел. Надо побыстрее сделать все. Фу. Вот такая. Ну сейчас, ребята, еще вырву пару кустов и хватит. Вот с одного куста. Тут с трех. Есть картошка нормальная в этом году. Все, хватит. Завтра. Наверное, завтра хватит. Всю ночь сейчас выкапывать будем. Вот это вот. Все. Сейчас пойду на озеро помою. Николаю мне надо отнести. Тамара Николаевна там, короче, уже трясочку ставит, варится, и с картошечкой. Будем кушать. Лопату попробуем уже. Сетки поставить даже. Сейчас посмотрим, что карелы скажут. Что за картошка? Оценят, не? Санька, смотри какая. Ну-ка заценишь. Ну, смотрите. Ой, какая красота. Да, красотень. Давай кушать. Таха. Красиво. Красиво. Сколько кустов выдернул? Ой,
что-то стал эти дергать кусты. Штуки три выдернул, вообще картошки нету. Вы, наверное, может, руками подкапали первые, так? Нет, я туда дальше ходила. А тут дальше? А я самый с первого начала. Сейчас я сок налью. Тут о, русская печка. Ты вылезешь потом сюда. Да? Мама, потом... Ну ты мне крикнешь. Крикнешь. Сиди там, здесь спать будешь сегодня. Так. С бабой-ягой. Мама, скажи, что тут бабы-яги не бывает. Заварки не было тут. Бывает, вон даже трусы ее на висят. Пачка в этом. Вон, видишь? В пакете. Какая-то была. А, ну-ну. Я вон тоже взяла заварку сюда положила. А, сейчас она будет там выходить. Там, да, зачем все. Ей выходить? Она приходит не только. Не приходи только. Аккуратно. Все, можете картошку ставить. Сейчас. А, у меня же тут целая сумка еще продуктов, я забыла. Тут нормально. Ну, доставайся. О, нормально. Трясочка мама, уже. Мама, тут нормально. Готовится. Это мама говорила, давайте какую кастрюлю взять, я поставлю кастрюлю. Я вот уже приготовила, все сюда только нужно. Ага. Я уже помыл. Ты приготовила, я помыла. Вот купила мелкого помола ему кашу кушать. Ну-ну-ну. Так, перец купила. Так, зубную. Сушки. Сушки, брюшки. Быстро, да, плита нагревается? Хорошо. А быстро, лук да. Остывает быстро. Кстати, уже есть. Папа, давай, иди я тебе. Сидел бы там на печке-то. Грелки. А? Давай. Все положишь, да? Ой, зайка моя. Давай. Я только мясо творю, завтра потом накопаю на суп. Отлично. Это кто? Это паста зубная, зубы чистить. О. Так, помойка у нас. Тут не как бы... Принеси сюда ведро. Тут... Как бы ты не взяла, как бы. Ты чего? Во что играешь, Сан Саныч? Я ее закатил недавно. Эти. Закачал как... недавно игру? Да, пока. Молодец, молодец, играй все. Так, ну так, что ты соли сама, я не знаю, я... Как раньше карелы говорили, трясочки не поешь, не поработаешь. Ой, карелы, трясочку мы треску-то не видели раньше, никогда не покупали нам, и не было ее. Да, иди-то, она 9 копеек стоила, не было. Ну, так это на севере. Это на севере было у нас, а здесь везде по всей России трески было, завались. Мы покупали треску, и что ты мне говоришь? Ну, у вас, может. Когда приехала на бабулу, вот сюда я сейчас все вылью. Ну, я же, наверное, не сам придумал. На севере Карелии, а тут вон двери. А это что, палтус, да? Да. Палтусочек я люблю. Губа не дура. Да, быстро тут темнеет. Как у нас еще светло. У нас в Кими светло еще, да? Здесь, смотри, уже седьмой вечер. Завтра. Это гелос, лавровый лист, да этот. Я вот только привезла, смотри. Вот смотри, это, ага. Это перец, а лавровый лист. А телевизор включить? Молодец, сыграй. Что, помочь? Сейчас я наложу. Видишь, я не хочу теми. Там, не, это. У меня тут еще есть запас. Вот корова была раньше, да? А? Корова раньше была. Да. Молочко было вкусненькое. А там сеновал.
Да, забор еще делать надо будет. О, ё-моё. Напишите в комментариях, ребята, делать мне в этом году забор или не делать. Сейчас уже снег скоро выпадет, сентябрь. Север, север. На. Давай. Меня отправили. Короче, принес ведро воды, говорю, куда поставить? А, говорю по-корейски, кудой. Она говорит, сюда ставь. Я говорю, а ты говори сюдой. Я говорю, кудой, ты сюдой. Кудой, сюдой, кудой, сюдой. Кошка и рыба. Вот такой вот сюжет грустной истории у нас получился. Давай. Картошечка в мундирах. Давай, Саша. О, трясочка. Вот, и Сан Саныч тут наворачивает. Молодец. Все, садись, бабушка. Будем кушать. Сейчас, подожди, накачаю. Попробую сейчас сетки вот здесь вот поставить. Прямо от мостика и озера туда на глубину. Может, на косую немножечко. Правда, Тимотей успеет, сейчас 7 вечера уже приехали. 500 километров маханули. Подождем. О, побежал уже туда, сорванец. Надо бежать, чтобы не прыгнул за ним. О, сейчас хоть комаров нету. Комаров нету сейчас хоть. Туда этого тут комаров было. А, ветер у нас оттуда. Там у нас север. Вот значит, там. Ветер оттуда, значит... Север, юг, запад, восток. Восток. Дело тонкое, петуха. Не знаю, с востоком ставить, не ставить сегодня. Сегодня, наверное, с дороги так не буду, наверное, ставить. Наверное, завтра поставлю утром. Проснусь. Наталью на весла. И вдвоем-то, наверное, поставим и против ветра, я думаю. Сейчас, ребята. Всем пока. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Давай, Санька, хочешь сказать? Всем пока! Ставьте лайки вверх! Молодец. Ребята, все, всем пока. Ждите сейчас следующую серию.